Украина нас собрала, потому что Натали из Бельгии, Илья из Америки. Вот, и мы в Украине как-то вот так вот все сошлись. Мы все слушаем как бы разную музыку. Я люблю там дископан, ребята любители каких-то там сложных ход. Когда это все вместе объединилось, да, то есть у нас состыковался такой вот очень причудливый симбиоз, то есть необычный. Реально таких аналогов нет. Мне очень нравится музыка, и всем нравится музыка.